Друзья, привет! Кухня простая и сложная снова с вами. Сегодня мы с вами будем готовить постный супчик. Это будет чечевичный суп. Для этого нам понадобится красная персидская чечевица, одна морковка, один лучок, полкило картофеля, оливковое масло, лимонный сок, молотый кориандр, соль, перец и зелень. И идем готовить. Кастрюля разогрелась, берем масло и наливаем. Добавляем лук, морковь и перемешиваем. Лук и морковь должны немного обжариться до полуготовности. Друзья, если вы не подписались на мой канал, подписывайтесь, заходите, смотрите, лайки, ставьте комментарии. Лук и морковь обжарились, вливаем воду. Сразу забрасываем картофель. Закрываем крышкой и даем закипеть. Картофель закипел, проварился 5 минут. Добавляем чечевицу. Сразу солим. Добавляем молотый кориандр. Перемешиваем и ставим под крышкой вариться дальше. Когда чечевица сварится, суп будет готов. Наш суп практически готов. Вливаем лимонный сок. Добавляем черный молотый перец. Перемешиваем. И снимаем с огня. Друзья, постный чечевичный супчик готов. Наливаем его в тарелку. Мне нравится, когда он густой. Чечевица разварилась не вся, не полностью. Очень вкусно. Посыпаем рубленой зеленью. И зовем всех к столу. Желаю вам приятного аппетита. И помните, готовить может каждый. Увидимся!